Задачи на вычитание. Задача номер 35. Условия задачи. Во дворе стоит 12 автомобилей. Сколько легковых автомобилей стоит во дворе, если грузовых 4? Прочтите ребенку условия задачи. Попросите найти необходимые карточки с числами для составления примера. Число 12 и число 4. Спросите, какое действие нужно совершить, и попросите найти и поставить карточку со знаком. Чтобы решить задачу, сначала ребенок должен составить из форм необходимые числа. Число 12 – это форма 10 и форма 2. Число 4 соответствует форме 4. Теперь ребенок накладывает вычитаемое на уменьшаемое, то есть 4 на 12, и пересчитывает оставшиеся без наложения ячейки. Попросите ребенка назвать ответ. Попросите найти карточку с ответом и закончить пример.